Все мы знаем, какая зарплата у депутата Верховного Совета, и она не маленькая. А вот депутаты местных советов за свою деятельность зарплату не получают. А знают ли об этом криворожане, сейчас мы и проверим. Поехали. Вы знаете, какая зарплата у депутатов городского совета? Нет, не знаю. Не знаете? А какая должна быть? Депутатов? Ну, они же не постоянно депутаты. Они же работают, правильно? Ну да. Минимальная. Нет. Ну, если Верховная Рада где-то 17 до 20, ну, наверное, 8,5, а то еще и меньше, может быть. А может, им вообще не надо платить зарплату? Ну, это в зависимости, как они проводят сессии, какие вопросы решают. От этого, я думаю, зависит. А вы знали, что на самом деле депутаты не получают зарплату? Ну, почему получают? Как не получают? Получают. Может, все в конвертах что-то дают им, может быть. Да я когда считал, но сейчас не помню уже. Страшная зарплата. Вот. Точно я не знаю, но превышает все наши... У депутатов городского совета? Да. А вы считаете, какая она должна быть вообще? Вы знаете, я даже не хочу говорить об этом. А если серьезно? Я бы сказал бы вам один на один. Их надо вешать. У нашего не скажу, не знаю. Нет. А какой должна она быть? Ну, какой должна она? Ну, 1005. Я считаю, приличная. Да. 1050, может быть. 1050? Я думаю, да. Если не больше. А какой она должна быть? Минималка, 3200, чтобы они поняли, как люди живут вообще. А вы вообще знали, что депутаты городского совета не получают зарплату? Нет, это бред. Как это? Ну, у них машины за сколько стоят? Проезд. За свою деятельность, именно как депутатская, они не получают зарплату. Бред, я не верю. Понятия не имею, честно говоря. Ну, думаю, уж как-то не меньше 10, наверное. Просто на самом деле депутаты горсовета, они не получают зарплату. Ага, вот даже как. Ну, я не знал тогда. Что, серьезно, что ли, не получают зарплату? Серьезно. Только депутаты Верховного Совета получают зарплату. А, вот как, да. Ну, спасибо, что сказали, а то я не знал. А вы не знаете... Какая зарплата у депутатов городского совета нашего? Нет, правда, не знаю. А какой должна она быть? Или должна быть вообще? Среднестатистическая. Среднестатистическая. Я не могу, извините, пожалуйста. Ой, это такая, что страшный суд. Не то, что у нас пенсия. А какой она должна быть? В каких пределах, как вы думаете? Ну, в пределах доступимых норм. Не так уже разница большая, что у нас, что у них. Я лично слышала, что у Гросмана вот это говорили такие суммы. Ну, я представляю, что в наших так и само. Да? Да, им хорошо живется. А мы выживаем, а как, доедаем. Как? Просто на самом деле депутаты городского совета, они не получают зарплату. Вот. Да вы что? Да. А откуда же у них такие деньги? Ой, такое имущество. Ну, так они же на государственном обеспечении еще плюс находятся. Так кто там, мы знаем. Это же не оглашается. А вы не знаете, сколько получают депутаты городского совета наши? Нет, не знаю. Знаете? Но на самом деле они не получают зарплату. Что? Серьезно. Как они не получают зарплату? Ну, я знаю, как раньше депутаты. Они на своем рабочем месте получали зарплату, а здесь нет. И так и должно быть, мне кажется. Мы ж выбираем их для... Для того, чтобы они нас защищали, а не для того, чтобы с нас деньги брали. Вот такое мнение криворожан. А как считаете вы? Оставляйте комментарии под этим постом. Оставайтесь с проектом «Объективы», ставьте лайк и делайте репост. Увидимся на Эксперт КР.